Пойдем. Я сегодня в строгом. Очень это я обычно... хорошо тебе, очень. Можно? Спасибо. Ну как, тебе у нас не надоело? Хорошо тебе здесь? Да мне отлично, я все жду, когда я Лепса буду петь. А мне все... Ты все Лепса ждешь? Ну конечно, я каждый раз, как только что-то нажимается. А что хочешь ты Лепса спеть? Что рюмка водки на столе. Но это, что же это? Что же это за... За беда-то такая, песня замечательная, но номер один, вы знаете, да, во всех караоке. Вот один, потом разрыв, а потом замечательные я все остальные готовилась, песни. Когда шла. Потом сюда. Одиночество. О, да, тоже. Это надо. Конечно, конечно. А можно вопрос вам, Юрий Николаевич? Это твоя песня. Висели по-русски, рюмка водки, одиночество. Юрий Николаевич, а можно вам вопрос? Вы видели фильм «Горько»? Что, фильм «Горько»? Фильм «Горько». Я очень хочу его посмотреть. У него было очень много номинаций на «Золотом орле», и я слышал очень хорошие отзывы. Фильм прекрасный, но в этом фильме звучит песня «Одиночество» с таким роскошным танцем. Иракли, если вдруг появится желание, неважно, какой песни мне сейчас выпадет, ты же знаешь предмет разговора, пожалуйста, ну, что-нибудь похожее. Я надеюсь, что мне выпадет Лепс. А что фильм? Нет, там просто танец был роскошный. А ты видел этот фильм? Горько. Я не видел, но мне радостно то, что после участия в нескольких программах уже пошли уже, заказы, я так понимаю. Да, пошел заказы, конечно. Ты уже не только там... певец, там, композитор, ты теперь котируешься еще как танцор. Аленушка, я друзей никогда не бросаю в биде. Спасибо. Лепс. Нет. Чего? Нет, да ну. Музыка и слова Дианы Арбениной. 31-я весна. Че, танцы? Я себя плохо как-то представляю. Ты что, подрастроилась-то? Я не подрастроилась, но... Ну, его... а чё? Вы знаете, Апина — это олицетворение попсы, свежести, лосинок. Да. Там я не знаю чего еще такого. Да, нормального застольного пения. Колбаски, кусочки здесь же порезаны, юбочки из плюша. Что еще? В общем... А тут Диана Арбенина. О, Господи. Ираклий, слава. Опять я? Что, лосины снять или что сделать? Нет, он все равно что тебе хочешь, нужен. Снимай, я не знаю. В этой песне. Как-то помоги. Я знаю эту песню. Я много песен знаю, но... Ален, скажи мне, а нужна тебе эта стойка вообще? Да. Да? Все.